члена, вы можете весь список, можете кого вы считаете более близким. Нет, горжусь тем, что у нас такой президент и такой губернатор. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, предвыборное голосование, насколько оно важно, какую роль играет, и кого вы видите в министрах, кто вас дает вести? Ну, на самом деле, «Единая Россия» это проводит уже не первый раз, и на предвыборном голосовании таким способом выявляются лидеры, и понятно, кого ставить в список, в первую очередь, кого во вторую очередь. Поэтому предварительное голосование, ту процедуру, которую «Единая Россия» сделала, сформировала, я считаю, это очень важная задача, на которой определяются лидеры.